По прогнозам Национального банка, инфляция по итогам года останется внутри целевого коридора 6-8%. Прогнозы на заседании правительства озвучил Данияр Акишев. Тем временем, по информации Министерства национальной экономики, в региональном разрезе с начала года в большинстве регионов инфляция находится на относительно низком уровне. Напомню, что среднереспубликанский показатель инфляции чуть больше 4%. При этом в 5 регионах этот показатель выше. Это Атырауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Южно-Казахстанская области и город Астана.